Вот если между властью и народом будет, не будет ни пропасть, а власть будет реагировать на требования людей, тогда не будет ни митингов, ни оппозиции, ни боевиков, ничего не будет. Когда власть верит, когда народ верит власти. Не все получится, но власть должна верить. Тем более наша религия, ислам, любит одну вещь – справедливость. Если нет справедливости – все. Но если тебе надо идти учиться – плати, лечиться – плати, работать – плати, работаешь – опять плати, и везде тебе плати, какая-то справедливость. Будет после этого справедливость? Никогда не будет. Вот поэтому вот это надо решать. Вот это справедливость.